Вы обратили внимание, что у нас есть вся социальная гидролента? Разработали проект для пассажиров и магистрей. Утро воскресного дня для пассажиров троллейбусов и трамвая началось с доброленты презентов от группы добровольцев. Команда из 50 человек из Санкт-Петербурга в качестве некоммерческого проекта решили создать яркие доброленты с надписями. Успех тебя ждет. Ребята потратили на создание концепции проекта и реализацию ленточек 3 недели. Из 146 мотивационных надписей выбрали 11 наиболее ярких. Потом думали над цветами. Проблемы появились, когда первая лента так и не выдержала проверки на прочность. Однако через пробы и ошибки им удалось создать ленты, которые способны выдерживать до 184 килограмм. Самым сложным, наверное, было отработать технологический процесс, потому что мы действительно совершили много ошибок, но мы прошли все испытания, мы разорвали их на нескольких стендах, мы проверили их прочность, уверены в том, что они соответствуют всем ГОСТам, и сейчас отработанную технологию, уже совершив кучу ошибок именно по технологическому процессу сборки, мы готовы транслировать и дальше. Тем более эти ленты будут полезны в тех трамваях, где их не было вовсе. Их команда развешивала ночью по 10 штук в каждом транспорте. Очень весело. Нет, серьезно. Да, очень весело. Да, это очень приятно. Были до этого желтые, такие некрасивые, а теперь гораздо веселее. Красивый цвет синий. Замечательный. Я за них не держалась, не знаю. Подержусь, скажу. Буквально все пассажирам нравится. Нравится? Все пассажиры сказали спасибо, сказал. Всего в этой Казани команда создала 1325 лент. Проект реализуется также в Москве и Санкт-Петербурге. Алина Камалюдина, Раиль Галявов, телеканал «Эфир».